Сегодня я хочу представить вам эксклюзивный музыкальный центр. Он обладает отличным звуком и неповторимым дизайном. Все в лучших традициях от нашей любимой компании Bang & Olufsen с 90-летним опытом создавать невероятное. И мне не терпится рассказать вам о новом продукте под названием Biosound 1. Внимание! 2016 года, то есть нового поколения. Скидки всем подписчикам в официальных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. Адреса в описании. Я вас приветствую, дорогие интернет-пользователи. Это канал Bang & Olufsen Rus, и меня зовут Илья. И первое, на что хотел обратить ваше внимание, это дизайн. И внешность Biosound 1 – это минимум что-то космическое, а максимум – это персонаж из культовой саги «Звездных войн». Скоро, кстати, ожидается 8-й кинофильм, и я не удержался и сделал свой трейлер с участием Biosound 1. Пожалуйста, не ленитесь и пройдите по ссылке в описании и посмотрите этот трейлер. Я думаю, ролик вам понравится, не забудьте поставить лайк. Получилось очень интересно. Внешность очень мне напоминает персонаж Боба Фетт и Джанго Фетт, особенно если заострить внимание на верхней части музыкальной системы. Ставьте лайк, если тоже так считаете. Пишите в комментариях ваши ассоциации, что вызывает этот дизайн у вас. Мне очень интересно. А пока вы пишете комментарии, послушайте звук, насколько это возможно на ваших устройствах. Должен сказать, что звук мне понравился, очень приятный бас и одинаковый звук вокруг системы. Это необычно и очень удобно. Итак, почему все-таки Biosound 1 2016 года нового поколения? Дело в том, что Biosound 1 не первая музыкальная система с таким названием. Система была очень хорошей, и поэтому она выпускалась 11 лет с 2000 года. Она проигрывала CD-диски и аналоговое радио. И делала это замечательно. Теперь пришло время новых технологий. Новая система Biosound 1 уменьшилась в размерах и получила много новых функций, о которых мы поговорим. Прежде всего, для того, чтобы двигаться дальше, мы должны разобраться в ее устройстве. И здесь нужно понимать, что это высокотехнологическое устройство. И, по моему мнению, самым важным элементом является акустическая линза, где установлен полнодиапазонный динамик. Она находится в верхней части акустической системы и распространяет звук на 360 градусов, а также имеет изящный световой индикатор, который подскажет вам режим подключения к сети или Bluetooth. Ну а если посмотреть на акустику сверху, то в середине черной панели есть еще один индикатор, который дает нам обратную связь, откликаясь на прикосновение пальцем к панели. Он еще сигнализирует нам о состоянии заряда аккумуляторной батареи. Да-да, вы не ослышались, эта музыкальная система из натурального анодированного алюминия может проигрывать музыку автономно, и ее можно располагать как на книжной полке, на столешнице на кухне или в ванной, на прикроватной тумбе и на столике возле дивана. Все для того, чтобы вы наслаждались хорошим звуком в любом месте. В нижней части находится низкочастотный динамик, а также имеется разъем Ethernet для обновления программного обеспечения. Разъем питания, кнопка сброса настроек и кнопка включения. И тут внимание, Biosound 1 не имеет линейного входа. Это говорит о том, что подключиться проводом к колонке не получится. Но выход существует. У Biosound 1 есть старший брат под названием Biosound 2. И к нему возможно подключиться непосредственно кабелем. Правда, Biosound 2 не порадует автономной работой, так как у него нет встроенного аккумулятора. И он имеет больший вес,
и размеры. Но по производительности будет на порядок выше Biosound 1. Мощность Biosound 2 составляет 102 Вт, а Biosound 1 составляет 60 Вт. Чтобы не перегружать вас лишней информацией, все цифры и характеристики вы видите сейчас на экране. Дополнительно я оставлю ссылку в описании на эту информацию. При необходимости нажмите на паузу и изучите все тщательней. И мы потихоньку перешли к функциям Biosound 1. И они схожи с функциями Biosound 2, за исключением сказанного выше. Этот замечательный продукт поддерживает основные функции беспроводной передачи звука. Bluetooth, AirPlay, дополнительные стриминговые сервисы Deezer, Spotify, Google Cast, Radio TuneIn и самое главное, систему Biolink Multiroom. А это значит, что имея пару Biosound 1, вы сможете слушать музыку как вместе, так и индивидуально. И все это, внимание, без единого провода. То есть вам не нужно делать ремонт дома, чтобы получить систему Multiroom Music. Да, да что там дома? Вы сможете взять это с собой в путешествие, и у вас будет Multiroom в комнатах гостиничного номера. Нужен только Wi-Fi. Согласитесь, это здорово. Теперь я вам расскажу немного об управлении. На самом верху есть сенсорная площадка для управления Biosound 1. В этой панели встроен датчик обнаружения направления пользователя. Система распознает, с какой стороны вы находитесь, и разворачивает элемент управления всегда в правильном направлении. То есть вам не обязательно подходить к Biosound 1 всегда с лицевой стороны. Просто проведите пальцем по плоскости слева направо и переключите трек или радиостанцию. Коснитесь центра площадки, и вы поставите воспроизведение на паузу или начнете прослушивание. А долгое удержание выключит акустическую систему и всю технику Bang & Olufsen, находящуюся в одной сети, включая телевизоры и музыкальные центры. Система Multiroom позволяет взаимодействовать со всеми продуктами B&O по умолчанию. Дополнительно управлять всеми устройствами в домашней сети возможно через специальное приложение на телефоне или планшете под названием Biomusic. Его вы можете скачать бесплатно в App Store или в Google Play Market. Дизайнером является Торсен Валлер. Все созданные им продукты Bang & Olufsen мне очень нравятся. Биолаб 18, Биолаб 14, акустика позади меня, Биоком 2, телефон с знаменитым дизайном и сумасшедший телевизор Biovision Avant. В 2011 году он стал руководителем компании David Lewis Designers, которая уже 30 лет создает дизайн для продуктов Bang & Olufsen. И у него всегда смелые решения и индивидуальный подход. А я напоминаю, это канал Bang & Olufsen Rus, меня зовут Илья. Не забудьте поставить лайк или поделиться этим видео. Пишите комментарии, вопросы и какие у вас впечатления от этого нового продукта. Не забывайте подписываться на канал на Facebook и на Instagram. Всем большое спасибо за уделенное внимание. До скорых встреч. Пока.